Мы будем помнить его героический подвиг. В актовом зале КЧГУ имени Умара Алиева состоялась премьера документального фильма, посвященного герою России, генерал-майору авиации Канамату Баташеву. Картина снята командой Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубань-кино». Авторам удалось ярко показать жизненный путь легендарного летчика. На презентации фильма побывал и Алихан Лепшоков. Его путь был предначертан с детства. Стать воином, стать героем. Так старшие в родном ауле будут рассказывать о Канамате Баташеве позже. С первых минут документальный фильм о жизни героического летчика, героя России, генерал-майора Канамата Баташева буквально заставляет проникнуться мужественным духом этого храброго воина. Авторы картины со символическим названием «Крылья» раскрыли Канамата Хусеевича как личность, который был настоящим патриотом своей страны и навсегда вписал свое имя в историю России. Его подвиг запал мне душу, и мы задались целью обязательно рассказать о нем нашему российскому зрителю, который ценой собственной жизни совершил подвиг, отметила режиссер кинокартины Ирина Сынкова. Поразило, что когда он отправился в зону специальной военной операции, ему было 62 года. А потом там ему исполнилось 63 года, а через два дня он погиб. Это был осознанный шаг. То есть, получается, человек, рожденный в Советском Союзе, не утратил веру в свое отечество, любил свою родину, любил Россию. А когда отечеству стало грозить опасность, он незамедлительно принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Зрители своими глазами увидели становление сельского мальчишки в цельную личность, который прошел долгий путь и стал профессионалом в сфере авиации. Документальный фильм изобилует воспоминаниями его сельчан, друзей и коллег. Первыми зрителями кино стали представители правительства, общественники, гости и жители Карачаевска. От имени главы республики поблагодарил съемочную группу фильма заместитель руководителя администрации главы правительства Карачаева-Черкесии Марат Хубиев и вручил благодарственные письма. Я хочу отметить глубокий смысл данного произведения, данного фильма, как в воспитательном плане, а также в увековечении памяти о наших героях, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Зал не мог сдержать эмоции. Чувство гордости и восхищения жизнью генерал-майора Канамата Баташева можно было видеть в лицах зрителей. Именно на подвиге таких людей должна воспитываться наша молодежь, отметил исполняющий обязанности ректора КЧГУ Талсултан Узденов. Это фильм, конечно же, про героизм, отвагу, мужество, честь. Но это еще история про воспитание и культуру в широком смысле слова. Также выразили благодарность съемочной команде «Кубань-кино» и члены различных ветеранских организаций, а также представители региональной общественной организации «Карачаеланхалк». «Я убежден, судьба Канамата должна была завершиться именно так героически», отметил младший брат героя Мурадин Баташев. Вот этот героический подвиг – это не какая-то случайность, а это закономерность. В фильме они очень отчетливо показали, что весь жизненный путь Канамата, это героический подвиг уже был. В ближайшее время состоится показ фильма «Крылья» в Краснодаре. После кинолента пойдет в прокат. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.